Как рассчитывается тариф за горячую воду? Что нужно знать при проведении капитального ремонта целого дома? Каков полный список обязанностей вашей управляющей компании? Это и многое другое можно узнать, приняв участие в проекте «Город учит город». Площадкой для образовательной программы, разработанной правительством Московской области, уже стали несколько муниципальных образований Подмосковья, а теперь и Щелковский район. Старт проекта прошел в районной администрации при участии заместителя министра ЖКХ региона Анжелы Пуховой. Она рассказала председателям районных советов многоквартирных домов, какие перспективы открывает новый проект. Вы будете понимать, что включает договор между управляющей организацией и ресурсником, на что нужно обратить внимание. Где нет информации, там ее нишу заполняет дезинформация. И многие наши жители не знают, как правильно спрашивать с управляющей компанией, как правильно и на чем обосновывается расчет тарифа. Суть проекта – набирается группа до 35 человек. Длительность программы – 130 часов, во время которых учащиеся получат возможность не только прослушать лекции, но и оценить свои знания на практике, побывав на различных коммунальных предприятиях района. Программа включает несколько блоков – управление многоквартирным домом, строительные конструкции жилых зданий, техническая эксплуатация и содержание дома, капитальный ремонт, ведение финансового учета и даже психологические аспекты работы с жителями. Как и в настоящей учебе все вполне серьезно. После каждого блока предстоит сдать зачет, а в конце представить дипломную работу. Работа выпускная – это роль совета в управлении МКД. Все стажировки, все идут в вашей управляющей компании. Только на вашем доме. И вы описываете только то, что происходит в вашем доме. Куратором проекта в Щелковском районе была назначена замруководителя администрации по ЖКХ Наталья Черная. Она предложила присутствующим не откладывать в долгий ящик и сразу записаться на курсы. Большинству жителей идея получить новые знания пришлась по вкусу. Здесь, я думаю, что будет мне очень полезно, потому что как председатель многоквартирного дома мне нужно знать очень много законопроектов, пересекаются друг с другом. Они как-то один перетекает в другой, и знать надо очень и очень много. Доносить всю информацию своим жителям своего дома, получать эту информацию от управляющей компании, с ними взаимодействовать нормально, ну и контролировать тоже управляющую компанию, и чтобы наши все деньги, которые мы платим, расходовались по назначению, а не то, что как сейчас. Преподавать на курсах будут люди, которые знакомы с работой в ЖКХ не понаслышке, сотрудники областного министерства, администрации района, муниципальных предприятий, коммунальных служб. Занятия начнутся уже в декабре и будут проходить на базе областного колледжа инновационных технологий. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».